Оказывается, с Почтой России приколы не закончились. Вот пока загружается у меня первая часть, это теперь будет первая серия. То есть это все можно уже писать сериал прям. После моего звонка, значит, в Москву, через полчаса посылка телепортируется из Хабаровска, да, то есть оно прибыло в сортировочный центр. И не бывая, оно уже прибывает в Комсомольск и телепортируется, да, то есть я позвонил. Причем она телепортировалась даже не просто, она телепортировалась минус 6 часов с ускорением. То есть я звонил в 16, да, а в 13.06.30 это московское время, она прибывает уже в Хабаровск. Вот как. На Почте России изобрели не только ускоренную, но еще и машину времени. То есть это значит 13.34 и 16.30 минус 3 часа, да, вот как. Вот. Представляете, да, какие достижения появляются? Перемещение во времени. Сейчас я иду проверять, действительно ли это достижение. То есть вот 18.00. Да, вы видите, да, иду на почту, на свое отделение проверять. Хотя это не мое отделение, у меня третье. Это другое отделение, типа пересыл, которую оно покинуло. То есть, как минимум, если оно покинуло, оно должно доехать. Ну, идем смотреть. Минут через 15 буду там, и там буду продолжать съемку. Почтовое отделение номер 3. Вот видно, да, Комсомольск на Амуре, 681-03. Вот время. Сейчас проверим, изобрели ли машину времени здесь или нет. Все так удивляются. Сейчас приколимся дальше. Насколько это серьезно все. Телепортировавшееся отправление якобы. Так. Сейчас это какая? А, где-то вообще 915 грамм, что-то странное. Так, это заполняется, да? А куда делись лишние 300 грамм? Почему 915 грамм? Она по весу не сходится, сразу говорю. Там килограмм с лишним, килограмм 200, а тут 915 грамм. Она не сходится по весу, я сразу говорю. Она написана. Это, когда мы взвешиваем, либо там уже указано. Мы сейчас найдем. Давайте уточним сразу вес. Она такая большая должна быть. А вот может двойная вот такая. Нет, она большая, вот прямоугольные ящики. Вот может даже вот тот, который вы сейчас двигали, двойной такой, он и есть. Там внутри две коробочки должны быть. С ценными механизмами. Для любого мужчины. Похоже, да? Похоже, так смотрим. А, ну вот что как. Да. Значит, нет, все. Все понял. Ну явно неправильно. У них. Ну, что сказать, я, конечно,
могу с этой организацией просто охуеть. Они все-таки изобрели машину времени. И вот теперь телепортируют, короче говоря, в пространстве по ссылке, блядь. Фух. Я даже не знаю, на какой ноте оставить, да, вот это все. Вот этот вот бардак, короче, и так далее. Надо, наверное, чаще звонить, да, как говорится. Надо чаще встречаться. Чаще выносить людям мозги просто. Портить настроение, да, и тогда жизнь начнет налаживаться. По-другому, видимо, никак не действует. Но я еще не проверил, тут целое все нет, потому что, в принципе, может оказаться что-то не то. Хотя скотч китайский, ну, как бы, при современном развитии печатной техники найти китайского скотча, да, проблем особых нет. Сейчас проверим дома. Ну, а на сим я вторую серию пока закончу. Потому что вопрос отправки куда-то из Комсомольска, он пока что не решен. Сказали, через 30 дней приходите, мы его решим. То есть на горячей линии я провел полчаса, беседуя с разными менеджерами высшего там звена Московской Почты России. Так что, ребята, вот, я не знаю, вот хотелось серию «Мы живем в говне», да, ну, как бы... По-моему, говно в головах уже плодится. Ну, а китайцам что? Китайцам респект опять очередной раз. Хотя не всем. Есть и плохие китайцы. Материал на них тоже уже изрядный нарыл. Но это будет называться по-другому, наверное, серия. Как взъебать китайцев. Материала много, тем более опыт взъебки китайцев наработан богатый по возврату средств с Али, причем быстрому возврату, без всяких лишних там затяжных споров. Поэтому фильм будет и об этом. До свидания. С вами Юрий Тьмов. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.